показываю любителям кошечек Толяшку. Все с ним хорошо. Как обычно, хомячок сладко-сладко спит. Отдыхает весь день. Всю ночь маму караулит. И все утро, пока мама спит. А потом сам отдыхает. А ночью опять заступит на дежурство. И будет папу охранять. А я на работу, как обычно, собираюсь. Доброе-доброе раннее утречко, ребятушки. Мой завтрак. Творожная запеканка с бананом и кофе. 372 калории. И у нас на улице пасмурно-пасмурно. Идет дождь. Вот такая погодка, лужи. Всего 15 градусов. И небо все затянутое. На целый день сегодняшний и на завтрашний стоит дождик по прогнозу. Вот такая унылая погодка. Всем привет! Доброе-доброе утро! У меня сегодня вторая дневная. И я с собой беру 150 грамм макарошек, 170 грамм отбивных, один огурчик, два помидорчика, один батончик на перекус и один банан. Это у меня будет на весь день, на 12 часов. Собираюсь принимать витамины после завтрака, уже водичку приготовила. И просили меня в комментариях показать, какие витамины я на данный момент пью. Ребят, пью витамин D3 и К2. У меня 5000 единиц. Это мне эндокринолог назначила на постоянной основе 5000 единиц. Пью по одной витаминке один раз в день. Утром после завтрака. Омега-3 нужно два раза. Утром и вечером. Но у меня не получается, поэтому я две капсулки выпиваю сразу с утра после завтрака, потому что вечером забываю. Магний точно так же выпиваю по две капсулки. Раньше я пользовалась вот таким магнием. Мне он очень нравился, Баунти. Но сейчас ушел с производства, ну как бы с рынка, и частенько попадаются подделки, поэтому как-то вот боюсь. А, конечно, когда раньше был iHerb, то вот заказывала или такой, или такой оранжевенький, забыла, как называется. Вот, ребята, еще принимаю витамин, вот такой принимаю, это шипучий магний плюс кальций. Это когда вот у меня были сильные судороги, он разводится в воде, как порошочек. Принимала на ночь, мне очень понравилось. Вот, еще принимаю витамин В, витамины группы В, но принимаю курсами. Сейчас у меня он закончился, я вам фотографию сверху вставлю. У меня в сохраненных фотографиях есть, так что выложу. Вот на данный момент я принимаю только витамины. Эти витамины принимаю практически на постоянной основе. Все, ребятушки, просили, показала. И еще хочу сказать, что если вы, как и я, любите по утрам пить кофе, то после кофе обязательно выпивайте водичку и ждите хотя бы минут 40. Сразу после завтрака витамины не употребляйте, потому что кофе мешает усвоению всех витаминов. Нужно, чтобы прошло время обязательно. Все, всем крепкого-крепкого здоровья. Болеть не надо. Привет, мои хорошие ребятушки! У нас, как обычно, идет дождь. На улице всего плюс 15 градусов. Я собираюсь на работу. Не знаю, может, со следующей недели у нас потеплеет. Но пока нет. И вчера шел дождь, и сегодня дождь. И вот я все работаю и работаю, и завтра работаю. И не погода. Написано, что на Карелию надвигаются сильные грозы, дожди. Ну, что поделать. Ой, вчера сменка прошла нормально, хорошо. Отработали спокойненько. Я вчера была на подработке, а сегодня уже в свои смены. Сейчас машинка немножко прогреется. И поедем. Ой, глазки соловьем. Вроде и выспалась, но как-то сплю. Спать стало очень-очень плохо.
постоянно просыпаюсь, какие-то то ли кошмары, то ли что-то. Посреди ночи вот по несколько раз просыпаюсь. Но еще и видите, шумно у нас через дорогу вот эта наливайка круглосуточная. Там кричат, беруша, если выпало сухо, то все, то это, можно сказать, разбудили. Ой. Ну что, двигатель вроде прогрелся. Да, погода, конечно, не летняя, совсем-совсем не летняя. И китель одет, и берцы одеты. Поедем потихонечку. Молодежи дождь нипочем. Я бы вам показала, сколько молодежи стоит около наливайки. Человек 20 точно. Кто-то на лавочке вон сидит пьяненький. Кто-то сломался прямо посреди дороги. Ничего себе. Бывает и такое. Надо было, конечно, хоть немножко как-то машинку в сторонку увести. Суббота, людей мало. Вот я говорю, одна только пьяная молодежь. Еще только, наверное, с баров расходятся по домам. Я сегодня что-то выехала попозже. Вчера с работы пришла. Дима уже ужин приготовил. Вот вчерашний ужин я сегодня с собой на работу взяла. Отбивные. Я, правда, вчера макароны есть не стала. Я только отбивнушки съела, две штучки. И овощи, огурчики, помидорчики. И потом чайку попила. А сегодня с собой на работу взяла макарошки еще, чтоб сытнее было. А вчера, ребята, ничего на работу с собой не брала. Ну, взяла бананчик, огурчики, помидорчики, батончик протеиновый и два бутербродика с ржаным хлебом, с сыром и салями. В общем, по три кусочка на бутербродик салями и три кусочка сыра. Вот такой у меня был вчера день. Чего-то не хотелось, ни мяса, ничего, вот почему-то. Разгрузочный день был вчера. Ну, правда, хлеб тоже не очень хорошо, но иногда можно. Ржаной хлеб можно. Сегодня опять я еду за автобусом, опять не быстро, а уже 7:20. Ничего. Я знаю, на каком посту я работаю, напарницу возьму, в дежурке отмечусь. Сегодня работаю за городом далеко. Посчитала километраж. Где-то вот за смену я накатываю 28 километров. 28-30 километров. Вчера пришла зарплата. Сегодня буду разбираться. Почему-то пришло мне на 3000 меньше. Расстроилась. У меня уже посчитано все. Расстроилась. Но многие девочки вчера звонили. Кому-то меньше на 4000, кому-то меньше на 5000. В общем, получается, работаешь, а что-то не закрыли.
я вчера такая возмущенная была, говорю, вот так ходи-ходи на подработке за бесплатно. Посмотрим. Сегодня должны выдать квитки нам. И посмотрю, что там вообще не заплатили. Мы работали в праздничный день 12-го. Нам сказали, что это будет по двойной оплате. Так что сейчас буду разбираться. У меня в июне было 20 смен. Вместо положенных 15. До этого все месяца, вот что работала, было хорошо. Прямо тютелька в тютельку. А в этом месяце вот так вот вышло. Надо разобраться. А так больше и новостей нет, ребят. Дима все на гараже колупается там потихонечку. Еще чуть-чуть, и у Димы отпуск закончится, и будем работать вместе. И опять у нас с ним вообще не совпадает график. Я работаю, Дима отдыхает, Дима отдыхает, я работаю. Не знаю, как еще долго мы так будем работать. Хочу попроситься во вторую смену. Не знаю, получится ли перевестись. Хотя, может, и хорошо так друг от друга отдыхать. Всем, девочки и мальчики, желаю хорошего дня, замечательного настроения. Ну и самое главное, конечно же, это крепкого-крепкого здоровья. Не болейте, берегите друг друга, цените друг друга. Вчера у нашей доченьки с Андрюшей была годовщина свадьбы. 7 лет они вместе. Медная свадьба. Поздравили. Я как раз с зарплаты денежку отправила. Говорю, сходите в ресторан. Диночка написала большое-большое спасибо. Все, ребят, приехала, побегу. Доброе-доброе всем раннее утро. И замечательного всем дня. Кто со мной так рано завтракает, всем приятного аппетита. У меня, как обычно, кофе и творожная запеканка. Все, ребятушки, мчусь я на работу, на третью свою смену. Сегодня вроде бы ожидается нормальная погода, без дождя. Будем надеяться. Ой. Сейчас чуть-чуть прогреется и поеду. Опять очень много молодежи, очень много пьяненьких. Да, молодежь гуляет. Жду светофор. Красненький горит. А время уже 7:15. Ох, сегодня сменку отработать, потом один выходной. Потом как начну работать до 3 августа без выходных. Все, ребята, хорошо, настроение нормальное, бодрое. Сегодня мы с Димой вместе рано проснулись, Тошка разбудил. Посмотрела на Озоне, так сильно подорожал Тошин корм. 5000 с чем-то пачка. И то там остатки по пачке. Наверное, ушел корм с рынка. Что-то нигде его нет. В магазинах уже у нас, в зоомагазинах нет. Да, как-то сложновато. Даже не знаю, как и быть. Поищу еще на других маркетплейсах. Может, в Яндекс.Маркете есть или где-нибудь. Надо посмотреть. Вчера смена прошла, ребята, хорошо. Мне очень нравится работать на выходных. Движение небольшое. Правда, у нас так весело. И локомотивы ходили постоянно. Да что такое-то вообще, ехать не хотят. И рабочие приходили, работали.
Все, ребятушки, поехала я на пост. Сегодня буду работать с мужчиной. Он на своей машине, поэтому вести никого не надо было. Не знаю, обратно попросится кто-нибудь вместе со мной или нет. Посмотрим. Вчера напарницу отвозила. Надеюсь, смена пройдет хорошо. Ой, забыла же вам, девочки, сказать, что вчера на посту я повстречалась с крысой. Ух, как же страшно. Знаете, не столько страшно, сколько противно. И вот все равно как-то побаиваюсь, а вдруг укусит. Но у меня вчера были берцы, а сегодня я одела кроссовочки. Но сегодня дождя не ожидается, поэтому одела кроссовки. В берцах, конечно, ноги устают. Ну, куда деваться. Вот. Крыса была такая не очень большая. Но я думаю, она там не одна. Сказала сегодня начальство. Начальство сказала, уже травили крыс. Но все равно. Они быстро-быстро плодятся. Дожди, холода. Хотелось бы косточки немножко прогреть. Я в этом году еще ни разу не искупалась, а уже поллета прошло. Время 7:45. Ну, сейчас вот доеду, поставлю машинку, будет где-то без 10:08. Без 10:08 заступлю на смену. Всем желаю хорошего-хорошего дня, замечательного, прекрасного настроения, самочувствия хорошего, крепкого-крепкого всем здоровья, ребятушки. Всего самого-самого вам прекрасного. Сейчас посмотрю, мой напарник уже, наверное, на работу приехал. Нет, еще не приехал. Нет, уже приехал, уже машина стоит. Уже машинка стоит. Вот так вот. Все. Приехали. Пойдем поработаем.